24 февраля на «Локомотиве» начали готовить трассу для всероссийского массового забега «Лыжня России-2021». Для этого используют специальный ротрак. Уже сейчас лыжная трасса готова к массовым соревнованиям. За ее качеством специалисты следят каждый день. Перед самим забегом техника сделает финальный заход. Ротрак выполняет функцию, скажем так, трактора, который боронит и пашет полотно снега. Какое бы ни было полотно, укатанное, плоское, плотное, заснеженное. Впереди находится отвал, который убирает большой объем снега. А после этого идет борона, которая вспахивает непосредственно само полотно. И также идет уплотнительная резинка и нарезательная, скажем так, фурнитура для того, чтобы нарезать именно лыжню. Трасса готова, мы готовим ее каждый день, проверяем качество. И непосредственно перед самой лыжней России будет, конечно, сделан финальный заход. Спортивное мероприятие состоится 13 февраля. В этом году на лыжню смогут выйти только совершеннолетние волокжане. Для любителей спорта и профессионалов будут организованы старты на 5 и 10 километров, а также три массовых забега на дистанцию 2021 метр. Они будут разделены по времени. Забеги состоятся в 9:30, 12:00 и 12:30. В день проведения мероприятия здесь, на стадионе «Локомотив», у нас будет несколько палаток, разделенных по буквам, начало которой фамилии начинается. Также у нас будут организованы фотозоны. И, скорее всего, мы в качестве одной из фотозон разместим один или два памятных кубка советской эпохи именно по лыжному спорту, и те люди, которые придут на лыжню России, будут иметь возможность фотографироваться с этим кубком. В настоящее время на мероприятии уже зарегистрировалось 250 лыжников. Подать заявку на участие в забеге волокжане могут до 12 февраля с помощью электронной формы по ссылке. Для зарегистрированных участников будут подготовлены 1750 стартовых номеров и шапочек. Напомним, что в прошлом году всероссийский марафон объединил 4000 волокжан. Дарья Самодурова, Михаил Протасов, Вологда РФ.